Produced by Smoke SB. Окей-доки. Давайте посмотрим, что там с Урусом. LJ и Рахим, поехали. Минималистик, что ли, нас ждет? Гелик, Роллс-Ройс, Ламба, Урус, С-класс, бизнес. Еще раз, гелик, Роллс-Ройс, Ламба, Урус, С-класс, бизнес. Еще раз, гелик, Роллс-Ройс, Ламба, Урус, С-класс, бизнес. Еще раз, гелик, Роллс-Ройс, Ламба, Урус, С-класс, бизнес. Не хочу быть излишне дотошным, но S-класс бизнес. Именно бизнес. Он не совсем вписывается вот в этот ряд. Потому что есть бизнес, а есть премиум, есть люкс. Так вот, Rolls-Royce и Lambo Urus — это как бы один ряд. Гелик, окей, смотря какой, опять же, S-класс бизнес. Это совсем душное замечание, но да хуй с ним. Еще раз слушаем, чтобы вайп не сбивать. Еще раз. Заново. Гелик, Роллс-Ройс, Ламба, Урус, С-класс, бизнес. Еще раз, гелик, Роллс-Ройс, Ламба, Урус, С-класс, бизнес. Еще раз, гелик, Роллс-Ройс, Ламба, Урус, С-класс, бизнес. Еще раз, гелик, Роллс-Ройс, Ламба, Урус, С-класс, бизнес. Не сплю ночами, сам себе начальник. За моими плечами, пацаны, они челите. Баба шрак, ты баба штелик. И без этого лутаем пакеты. Денег я лечу на сцену, пока ты идешь, знаешь, каршеринг. Дают лям в нашей мозе. Мой любимый ошейник и голодный бульдог. Как Стром и Джерри, нету время умирать. Со мной боится замирать. Я создал лейбак, чтобы сам с собой подписать контракт. Нету время умирать. Со мной боится замирать. Я создал лейбак, чтобы сам с собой подписать контракт. Да, разъебал он же. Еще раз. Гелик, Роллс-Ройс, Ламба, Урус, С-класс, бизнес. Еще раз. Гелик, Роллс-Ройс, Ламба, Урус, С-класс, бизнес. Это какой-то еще кринж, раз. Пиздец. Гелик, Роллс-Ройс, Ламба, Урус, С-класс, бизнес. Вот это очень круто. О чем я вчера мечтал? Что? Сегодня хапнул за нами, на. У нас нет времени умирать. Твоя душа тянется к улицам. Их коса Фенди, Прада, Луи, я рок-стар. Везде, где не зайди, о, я рок-стар. Так дай мне повтори. Наш Гуч, Прада, Луи. Я помог Фенди, чтобы не загнулись. Думали, потолок это лишь коридор. Интересы для того, что будет. Биг бой на большом экране. Хоп-хорду погнали. Делай день, най. То, о чем-либо мечтать. Гелик, Роллс-Ройс, Ламба, Урус. Ну, неплохой Моргенштерн в ритмике, да, как бы и в конце второго припева, да и вообще много где. Да. Рахгернштерн такой немного получился здесь. S-класс бизнес. Еще раз. Гелик, Роллс-Ройс, Ламба, Урус, S-класс бизнес. Еще раз. Гелик, Роллс-Ройс, Ламба, Урус, S-класс бизнес. Еще раз. Гелик, Роллс-Ройс, Ламба, Урус, S-класс бизнес. Воу. Из плюсов этого трека. Из плюсов этого трека. Это, безусловно, куплет LJ и притч LJ. Вот это вот. Это. Ну. Возможно, сейчас ребята метят на какие-то вирусню какую-то тиктоковскую. Это же основной инструмент продвижения, поэтому я думаю, что как-то оно должно западать, наверное, заедать. Типа кто-то кайфанет, и вот все пытаются повторить там неймдропинги, бренды, названия, машины, Камри, блять, Фенди, вся хуйня, да? Rolls, Malls. Здесь все вместе собрано. Очень простой такой припевчик, который должен бы повторяться. Хотя, не знаю, может, вы мне сейчас напишите уже, что он уже повторяется. И все такие, о, заебись. Но мне кажется, припев так себе. По ритмике неплохо, кстати. По ритмике неплохо, по звучанию неплохо. Бля, куплеты и бриджи LJ просто монстр вообще. Просто монстр. Ебать, как он выдал. Бит обалденный, шикарный. Реализован, ну, неплохо. В припеве и вот в партии Рахима неплохо. Неплохо. Просто неплохо. Давайте еще раз послушаем 2 минуты. Гелик, Роллс-Ройс, Ламба, Урус,
S-класс бизнес. Еще раз, гелик, Rolls-Royce, Lambo, Urus. S-класс бизнес. Еще раз, гелик, Rolls-Royce, Lambo, Urus. S-класс бизнес. Еще раз, гелик, Rolls-Royce, Lambo, Urus. S-класс бизнес. Не сплю ночами, сам себе начальник. За моими плечами, пацаны, они челите. Папаш, радио и папаш, телек. И без этого лутаем пакеты. Денег я лечу на сцену, пока ты идешь, сдашь каршеринг. Девять лямс наши мози. Мой любимый ошейник и голодный бульдог. Как Стром и Джерри, нету времени рот. Сами боится замирать. Я создал лейбак, чтобы сам с собой подписать контракт. Нету времени умирать. Сами боится замирать. Я создал лейбак, чтобы сам с собой подписать контракт. Ламба, Урус, S-класс бизнес. Еще раз. Гелик, Rolls-Royce, Ламба, Урус, S-класс бизнес. Еще раз. Гелик, Rolls-Royce, Ламба, Урус, S-класс бизнес. Еще раз. Гелик, Rolls-Royce, Ламба, Урус, S-класс бизнес. О чем я вчера мечтал? Что? Сегодня хапнул за нами на. У нас нет времени умирать. Твоя душа тянется к улицам. Их коса Фенди, Прада, Луи. Я рокстар. Везде, где не зайди. О, я рокстар. Так дай мне повторить. Гуч, Прада, Луи. Гонфлот, потом Моргенштерн, да? Я помог Фенди, чтобы не загнулись. Думали потолок, это лишь коридор. Интерестизер от того, что будет. Биг бой на большом экране. Делать деньги на пальто, о чем-либо мечтать. Гелик, Rolls-Royce, Lambo, Urus, S-класс бизнес. Я понял, спасибо, круто. Респект. Молодец, LJ. В бридже очень крутой. Бит шикарный. Я думаю, что если не заморачиваться с точки зрения какой-то оценки, вникания, возможно, даже вообще в текст в целом, в принципе, может быть, и можно разъебываться, просто получая удовольствие и все, наверное. Но... Честно говоря, я не совсем понимаю, как вообще люди будут подпевать этому. Наверное, будут как-то, да, в ТикТоке, типа, похуй. Наверное, весело и качает, и все, наверное. Просто вот, допустим, в чем разница между треком ребят, которые вот Шеловец, да, вот этот Юник, Энки, Толпы кричат трек, вот этот, который завирусился, мне так сказали, что он завирусился. Вот, суть как бы в том, что там есть что повторять, да, что там на насвай там он благословлен, как бы, да. Вот, и все это заебись постоянно. Все такие, да, я тоже, да, тоже насвай, yeah. Ну, понятно, что насвай, да. Вот, поэтому это все можно повторять, как бы, да, да. Понятно, что они все насвай благословлены Богом, но... Да. Короче, а тут что повторять? Каждый же хочет быть благословленный на свой Богом. Да, это заебись. А вот еще раз, блять, Гелик, Лэмбо, Урус, S-класс бизнес. Еще раз. Гелик, Rolls-Royce, Lambo, Urus, S-класс бизнес. Еще раз. Это типа, блять, менеджера по продажам автосалона учат, блять, говорить, что у них есть, да, типа. Ок. Ок, док. Лучше бы просто песня была про Урус. Достаточно, мне кажется, этого было бы. Типа весело, круто. Все, заебись. Тикток трек рил. Ну, окей. LJ весь трек перечисляет свой автопарк. Ну, это все заебись, конечно, но как бы... Не знаю, Моргенштерн тоже в треках перечислял свой автопарк, да? Но его можно перечислять так. Там про Кадиллак спеть. Да? Про Mercedes-Benz спеть. Рифмы и образы. Так. Начальник, ночами, плечами, челядь, ваш радио, челядь, затрудание, денег, каршеринг, 9 лямов на шее. Любимый ошейник, холодный бульдог. Ага. Шесть. Структура ритмика. Неплохо сделали, пацаны. 9 баллов. Да. По ритмике нормально. Припев даже долбит ритмично. Бридж вообще лютый на 10 баллов. Припев, первый куплет нормальный. Переходы Рахима с точки зрения именно ритмичного рисунка вполне себе красивые, да.
вполне себе красивый. Там с точки зрения какой-то узнаваемости атмосферы Ликача, это уже каждому свое. У кого-то разъебет это, кто-то будет морду воротить, как я, например, блядь. Поэтому тут музыка субъективная хуйня. Без вопросов. Реализация выбранного стиля. Реализация выбранного стиля. Я думаю, что реализовали неплохо. Вот индивидуальность и харизма. Реализация выбранного стиля. Если я считаю припев кринжем, ну и что с этого? И похуй, что я считаю. 9, 1 хуй, да. Атмосфера лично у меня 4 балла. Бит очень много берет на себя, прям пиздец, силач вообще, силач бит. 3-4 балла у меня атмосфера. Очень меня разъебали на 5 баллов парты LG. Бит хороший с ритмикой в припеве. Ну, как бы с точки зрения текста такое, поэтому тут по-любому так. Индивидуальность и харизма. LG на 9-ку, 10-ку. Рахим на где-то на 7, по итогу где-то 8, я думаю. Да. 67 баллов. Угу. Да нет, там очень интересная структура. По тексту там нет, ничего интересного. Вообще ничего интересного. С точки зрения каких-то образов, вот о чем мы говорили, да, с точки запаковывания что-то в чего-то. А что тут? Что запаковано? Что запаковано? Что касается рифм, да, вот, структура хорошая, все тянется, все ништяк, Эмират, вот это вот. Да, в бридже нормально. Чами начальник, что ли? Челядь. Мечтал номинал. Вот это мы все что мы это что тут из образов-то? Перечисление брендов на эндропинге и я Rockstar. Думали потолок это лишь коридор. Ну вот ничего. Что будет? На большом экране попкорны погнали делать деньги наебали то о чем любой мечтает. Камон. Не-не, нихуя тут нет по тексту. Нет.